До главного осеннего праздника, Дня знаний, осталось совсем немного времени, а это значит, что все ученики, от первоклассников до будущих выпускников, должны быть готовы к занятиям. Вот уже четвертый год акция «Собери ребенка в школу» помогает ребятам, находящимся под социальным патронажем Центра «Семья», получить все необходимое для нового учебного года. Я благодарен всем, кто пришел сегодня сюда. С удовольствием мы эти подарки вам вручим. Я благодарен тем меценатам, которые находятся на территории Челковского муниципального района. Это директора предприятий, которые спонсировали средства определенные финансовые для покупки этих подарков. Дорогие родители, берегите жизни своих детей, помогайте своим детям. Только с вами вместе мы вырастим будущее поколение Щелковского района, нашей огромной России. Я считаю, что эта акция нужна для того, чтобы наше доброе сердце, которое есть и у меценатов Щелковского района, и у администрации, потихонечку, полегонечку растворяло себе добрые сердца наших детей. Чтобы мы растворялись в них, они растворялись в нас, и появилась гармония, которая называется «любовь к своей стране», «любовь к близким», «любовь к школе», «любовь к учебе», ко всему. Поэтому эта акция добра. В рамках акции наборы со всем необходимым для школы получили более 80 ребят, от будущих первоклассников до четвероклашек. Нам очень приятно было получить такой рюкзак, да, сынок? Очень даже приятно, и что вручил нам Валов, как говорится, наш глава, очень здорово. И очень большая помощь, считается, этой канцелярки, очень-очень. Мне вручили рюкзак, шарик, он красивый, розовый. В комплект «Собери ребенка в школу» входит новенький рюкзак, обязательно со светоотражающими элементами, чтобы обеспечить безопасность ребят в темное время суток на дорогах. Внутри можно найти тетради, обложки, принадлежности для рисования и еще множество необходимых вещей, которые обязательно пригодятся ребятам в новом учебном году. Средства на покупку подарков перечисляют социально ориентированные предприниматели, с которыми сотрудничает районная комиссия по делам несовершеннолетних. В организации акции помогают и некоммерческие общественные объединения. Мы занимаемся работой с детьми. В основу положено занятие на природе – это выживание в природных условиях. И тогда, когда родители имеют уникальную возможность со своими детьми выполнять определенные задания. И таким образом мы считаем, что укрепляются семейные взаимоотношения. Это очень большая значимая социальная акция, которая проводится в рамках Щелковского района. И, соответственно, она просто крайне необходима, потому что мы все понимаем необходимость воспитания подрастающего поколения. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».